эфире программа «12 созвездий». Здравствуйте! На предстоящей неделе ожидается положительный и успешный период для всех знаков зодиака во всех смыслах и начинаниях. С 28 ноября по 4 декабря успешны любые проекты, поэтому общий совет от астрологов – смело пользуйтесь возможностями. Первая половина этой недели принесет сильное стремление к самовыражению, благодаря чему вы сможете раскрыть в себе новые таланты и способности. Это время будет достаточно активным. Проявите инициативу в личных отношениях. Вторая половина недели пройдет более спокойно. В это время не исключены новые знакомства, которые могут привести к ярким и динамичным романтическим отношениям. Овны, будьте осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться на крючок к людям с сомнительной репутацией. Возможно, непредвиденное изменение планов, но это повернет ситуацию в лучшую сторону. С коллегами желательно не обсуждать начальство, а с начальством коллег. Тельцам на этой неделе звезды советуют уравновесить свои и общественные интересы. Важна активность и энергия. Таким образом, вы подготовите трамплин для успешных начинаний. Не стоит планировать ничего серьезного на выходные. Лучше проведите их в спокойной обстановке. Настает невероятно удачный период для близнецов. Вы можете заниматься любыми делами и пробовать что-то новое. Получаться будет все. Это касается и профессиональной сферы, и личной жизни. Вы в центре внимания, и удача идет рядом с вами. Также хороший момент для крупных покупок и планирования поездок. Не упустите шансы и сделайте максимум полезных дел. У раков эта неделя будет удачной для любого начинания. Женщин ожидают приятные сюрпризы, а мужчин – выгодные покупки. И еще обязательно используйте свое обаяние. Оно сыграет не последнюю роль в достижении успеха. В выходные дни можно отлично провести время с семьей. У львов могут осуществиться важные проекты, поступят предложения, которых вы давно ждали. События на работе будут достаточно непредсказуемы. Проявите инициативу и активность. Вам по плечу самые сложные задачи, выходные, возможны конфликты в семье. Постарайтесь не отчаиваться. У дев работа попытается занять достаточно много времени, но по значимости она лидировать не будет. В первой половине недели вы сможете познакомиться с важным человеком для вашей судьбы. Это повлечет за собой романтическое увлечение. Выходные лучше провести в комфортной обстановке с приятными для вас людьми. Весы. Окружающие могут проявить интерес к вашим деловым качествам. На этой неделе можете узнать много нового и интересного. В профессиональной сфере желательно придерживаться своих планов, также если вам придется рассчитывать только на свои силы. Скорпионы, у вас закончится период постоянных стрессов. Пришла пора отдохнуть и расслабиться. Важно сосредоточиться на семейных отношениях. Все остальные дела могут подождать. Выходные вас ждут приятные сюрпризы от близких людей. Стрельцы, для вас главное сосредоточиться на служебных делах, иначе не ждите подъема по карьерной лестнице. Не стоит принимать быстрые решения, желательно все продумать. Выходные ждите гостей. У козерогов в личной жизни возможны изменения в лучшую сторону. Также есть вероятность неожиданных приятных встреч со старыми знакомыми. Будьте открыты для перемен, не отказывайтесь от новых возможностей. Водолеи, не переоценивайте свои силы, чтобы не испытать разочарований, если вы что-то не успеете сделать. Удача и успех сами придут к вам в руки, выходные принесут долгожданный отдых.
Рыбы, не путайте твердость характера с холодностью и черствостью. Их проявлять не следует. Обстоятельства потребуют от вас трезвости ума и дерзости мыслей. Так что будьте к этому готовы. Выходные могут вас разнежить, но будьте бдительны, ибо, будучи в прекрасном настроении, вы можете наобещать лишнего. Вот такую интересную неделю обещают нам звезды. Смотрите еженедельный гороскоп на телеканале «Видное ТВ». Всего вам самого наилучшего, и пусть мечты исполняются!